размышляет знаменитый историк Ключевский, о значении преподобного Сергия для русского народа и государства. Есть имена, которые выступили из границ времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким человеком, своим благотворным действием так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что оно из исторического превратилось в народную идею. А само дело стало практической заповедью, заветом, идеалом. Такие люди становятся для грядущих поколений не просто вечными покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями. И целые века благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы благодарно почтить их память, сколько для того, чтобы самим не забыть правила ими завещанного. Таково имя преподобного Сергия.